ребятки. Дождался я наконец-то хорошей поклевочки. Приехал сегодня на озеро. Правда, погода сегодня такая достаточно по давлению хорошая, но ветреная капец. Сейчас вот хороший загиб, прямо так согнуло хорошо. Фидер. Подлещик такой не очень крупный, осенний, скажем так. Но загнул фидер так прям отлично. Немножко надоели речки. Хочется именно, наверное, это последняя, наверное, рыбалка будет на озере. Ну, такой мелкий, мелковатый. По речкам, я еще думаю, мы половим. Хотя на следующую неделю прогноз погоды смотрел. Уже передают минусовую температуру. На этом озере, кто не смотрел рыбалочку, посмотрите. Ссылочку прикреплю сверху. Ловили. Сезон открывали по весне. Так, неплохо. С сыном сюда приезжали. Сын два таких хороших леща словил. О, посмотрите видео. Сегодня в прикормочке у нас РС уже холодная вода, то есть увлажненная прикормка, пачка, черный лещ. И РС плотва, ну, ореховая такая прикормочка. На этом водоеме всегда у нас ореховая прикормка хорошо работает, поэтому ничего не стал мудрить. Ореховую прикормку и взял. Немножко вот по наживке сначала с утра подбирал, ну, сейчас еще и утро как бы. С рассвета на опарыша, на мотыля пробовал, работает бутерброд. На опарыша такие идут длинные поклевки. Поклевки есть, но они идут очень длинные. Мотыля обсосы в основном, без поклевок. А вот опарыш с мотылем в компоновке, достаточно такие уже хорошие, четкие поклевки. Как-то более активно рыбка на нее клюет, на эту наживку. Так, и еще в качестве мяса взял сегодня 300 грамм лимана. Вот как-то так. Дистанция у нас 40 метров. Вон, кстати, напротив, около камыша, вон рыбачок кружки ставит. Ночью стояли. Наверное, перенаживляется. Дистанция 40 метров. Ну и по глубине здесь глубина водоема не сильно большая. Вот. Нашел более самую глубокую точку в этой локации. Где-то 2,50. Вот так, плюс-минус там. Здесь получается свал идет метров на 25, наверное. Потом идет такое плато на 2,50. И камышу туда, к тому берегу, такой медленный-медленный подъем идет. Несущественный так. 2,50, там, на 10 метров дальше кидаешь, там, 2,40-2,30, ну, плюс-минус так. Ну, чувствуется, что к тому берегу такой пологий-пологий идет подъем. Как-то так, ну, будем пробовать ловить. Холодно. Там рыбка. Что-то такое некрупное. Осеннее. Перешел на мотыля. Как говорится, меняется настроение у рыбки. На опарыше стали долгие поклевки. То есть с каждого заброса поклевка есть. Обсосы идут все как положено. Но реализации ноль. Наверное, подлещик. А не, плотвичка. Тоже хорошо. Вот на мотылика более четкие поклевки пошли. Ну как-то вот и не было поклевок какое-то время. Наверное, заброса 3-4. Ну, сейчас не сильно так активно перезабрасываюсь. Так немножко дубиню. Вообще приходила наживка целая. Вот первый заброс на чистого мотыля и поклевка. Рыбка очень неактивна, вода холодная.
Плюс этот водоем еще родниковый. Он питается с микроречки. Такой достаточно чистой, быстрой, маленькой. И на водоеме очень много родников. Поэтому здесь вода даже летом в жару достаточно прохладная. Взялась не крупная, блин, такие поклевочки, прямо вот микро-микро. Волна сейчас идет на озере, ветер достаточно сильный. Кювертип, ну тоже в такт волне покачивается. Поклевок таких практически не видно, вот чисто на интуиции. Что? Ага, что это? А, плотвичка. Даже плотва клюет, как подлещик. Так аккуратно-аккуратно. Красавица. Вот что интересно, на этом водоеме глубины небольшие. Так вообще рыбы много, подлещика много, карася много. Здесь он практически не клюет, не знаю. Сколько мы здесь не ловили зимой, подлещик, не знаю. Может, за зиму пару штук достаешь. Поскольку не приезжаем, в основном сюда приезжаем зимой за щукой. И тот же карась, даже летом, сколько мы здесь его не ловили, вот на фидер. Не клюет он здесь на фидер. Ни одного карася мы здесь на фидер не словили. А на поплавочку, пожалуйста, можно словить. Линя, карася. Тоже со дна берется, ну то есть выкладываешь подпасок на дно, наживку на дно. И можно словить. На фидер нет. На фидер лещ, подлещик, пожалуйста, плотва. Интересно. Какие-то подергунчики, ребята, идут. Ловится вообще все подряд. На точке вот что-то определенное не становится. То есть, ну такое. Надо попробовать подсечь. Да, что-то есть, наверное. Судя по толчкам, плотвичка. Подлещику тоже подходит, но вот на точке не останавливается почему-то. Хотя и лимана там достаточно много уже. Ну, плотва, да? Да, плотва. Плавненький такой загиб. Сейчас поклевка на подлещика похожа. Посмотрим, что там. И судя по толчкам, подлещик. Налево поплыл. Неужели плотва? Да, плотва. Хорошая плотвичка. Погода сегодня, конечно, ветреная, но хорошая. Солнышко. Отлично. Ребята, серия пошла. Значит, на точку стая плотвы стала.
Хорошо. Значит, мы половим сегодня плотвички. Сейчас, кстати, так кормушку не до конца забиваю, не до конца плотно, скажем так. Потому что плотва это любит. Она в основном становится на вот этот столб прикормки. То есть забиваешь, но не сильно. Чтобы часть прикормки выбивалась при вхождении в воду. А так как в водоеме глубина небольшая, и поэтому разброс у нее не сильно большой. И она вот на этот столб прикормки, который падает медленно вниз, вот становится на точку. Раз ловится плотва, значит надо ловить плотву. Подлещика нет особо. Очередная плотвичка, наверное, ребята, и последняя. Будем закругляться. В принципе, с клевом все понятно, с озером все понятно. Озеро готовится к зиме. Подлещик ушел в камыш, скорее всего, где-то под камышом стаями стоит. Подлещик, лещ. Здесь лещ тоже очень хороший есть. Вот, на этой плотвичке, наверное, закруглимся. Ты хоть плотва, да, нормальная, стандартная на сегодня 100-граммовичек плотвичка. На этой плотвичке и закруглимся. Так, ну что, ребят, немножко так сложился. Кое-что поводочки убрал, немножко прибрался, в общем. Давайте покажу улов. Так, немножко плотвички надергал. Да, как говорится, если бы поехал на речку, я думаю, половил бы леща, подлещика. Вот, там, в принципе, еще клюет нормально. Для осени, в принципе, вот березина, свислочь осиповище, вот оттуда и ниже, выше немножко. Еще рыбка клюет нормально и достаточно крупная. Но хотелось закрыть сезон именно по озеру, что в принципе я и сделал, так плотвички наловил. Особого сегодня такого не было, что ехал конкретно за лещом на озеро. В принципе, на это и рассчитывал, на какого-то такого средненького мелкого подлещика. Ну и на плотву, как оказалось, подлещика вообще сегодня не было, клевала плотва, как-то так. Наверное, килограммчика два словил, нормально. Все, ребятки, не забываем подписываться на канал. Всем пока!